Вот пришли, наконец, поесть вепрево колено. Для чего ехали? Вот тут вот находится танцующий дом. Вот, он стоит напротив меня. Вот по этой улочке идете, идете, идете. Вот называется «У парашютиста». Нам очень советовали этот кафе. Тут вепрево колено. Довольно нормальная цена. Вот тут вот меню на русском языке. Это вот второе меню, что я встретил на русском языке. Вот оно, печеное колено. 220 крон. Ну, везде было 359, 400. Ну, тут вот, вот нам советовали этот ресторан. Тут вот зашли. Тут вот, вот персонал обслуживающий. Добрый день. Наташа уже расположилась. Вот тут нам принесли салатики. Вот оно колено. Для чего ехали? В пиве брали. В темном пиве замочили специально. Пиво. Как же без него? Водочку мы уже убили. Вот это булочки все идет. Подарок. Вот. Очень красивая обстановка. Рядом туалет. Люди вот тут день рождения отмечают. Мальчики. Пиво взяли, все. Ну, сейчас будем приступать к самому вкусному. Он называется «У парашютиста». Далеко от танцующего дома. Вкусно, Наташа? Ну, давай, попробуй. Разрешаю тебе снять. Так не могу, все, истекаю слюной.